17 октября впервые по всей России отметили День Отца. Этот праздник был учрежден указом президента Владимира Путина. Как семьи Ненецкого округа отметили самый молодой праздник, расскажем в следующем сюжете. Старт дан. Третьяковы начали свой праздничный день с гонок на картах, гоночных автомобилях. Совсем молодой праздник в России семья восприняла с радостью. Ведь это еще один повод провести время с семьей в праздничной обстановке. Мы знаем, что в этом году Путин издал приказ об официальном празднике. Это 17 октября, День Отца. Вот, и считаю, что это правильно, так как мы все знаем, что существует праздник День Матери. Вот, и также сейчас будем отмечать праздник День Отца. Глава семейства отмечает важность праздника. Ведь это еще один повод вспомнить о важности отцовского воспитания. Всем отцам советую, что необходимо как можно больше времени проводить со своими детьми. То есть это заниматься с ними спортом, ходить на рыбалку, ну и выезжать на различные мероприятия. Максим Третьяков частенько занимается с сыном спортом и уделяет много времени воспитанию. Я ездил на картинге. А расскажи, как ты проводишь с папой время, чем занимаетесь вообще, как тебе нравится? Играем в настольный теннис. Также этот день в тесном кругу провела и семья Вихловых. Виктор Вихлов старается отдыхать с сыном в свободное от работы время. А в это воскресенье для него времяпровождение было вдвойне приятным. Конечно, важно, и самим отцам очень приятно, что такой праздник существует, День Отца. Это гордость для отцов. Виктор Вихлов признается, это не просто День Отца, это День Семьи. В кругу семьи, с детьми уделить больше внимания детям, какие-то мероприятия провести, и, соответственно, все-таки праздник есть праздник, и это считается, во-первых, не только, мне кажется, день отца, а день семьи. Взаимоотношения сына и отца влияют и на социальную жизнь ребенка, поэтому так важно больше времени уделять своему сыну. Я был с папой, и я хочу еще раз прокатиться. Несмотря на то, что праздник отмечается в этом году впервые, он набрал большую популярность не только среди пап, но и среди мам и детей. Ведь это еще один повод выразить слова благодарности и собраться семейным кругом. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».